помоги мне. Дай мне палку, сразу железную. Так, здравствуйте, друзья. Вот сегодня решил половить, у нас птицы нет. Приехал в лесополоску, взял китайскую 7-метровую, 3-метровую высоты сеть. Взял чижика двух иглов. Репила и зеленушку взял. Зеленушки летали, слышал. И поставил телефон на овсянку тростниковую, потому что видел целую стайку. Ну, хорошего просмотра. Кстати, я сделал еще один канал, типа лайв-канала. Теперь на этом канале Боцман и попугаи будет только про птиц, про ловлю, про содержание птиц, попугаев. Все эти
видосы, которые не связаны с ловлей, я удалил и перевел на другой канал. Канал называется «Я живу в колхозе». Я его сделал, правда, уже год назад, там с десяток видосов залил. Поэтому, кому интересно, будет ссылочка под этим видео в описании. Заходите, смотрите, подписывайтесь на этот новый канал. Там будет типа блога, влога, все, что не будет входить сюда. Куда езжу, куда катаюсь, что делаю, чем занимаюсь. Поэтому будет желание, значит, заходите, подписывайтесь и смотрите. Ну, мы продолжим лов. Так, ну что, ребята, сегодня как бы неудача, хотя с какой стороны посмотреть. Отдохнули на природе, прилетало два щегла, ветер сильный, карманы раздувает, ударились об этот парус и улетели. Потом прилетел еще один щегол. Сел на правда тут в 20 метрах, но прошел грузовой поезд, и он нафиг улетел. Ну, репел я уже говорил, пролетал очень высоко. Ну и когда расставлялся, зеленушка где-то там пролетела. Вот это и все, что было за сегодняшний день. Пойду снимать сеть.
А вот табун щеглов полетел. Ну, сами видели, как это все быстро снимается, ставится. На днях, может, на той неделе сниму ролик, как я подготавливаю сеть к лову и как ставлю, и как снимаю. Все очень просто, я думаю, кому-то пригодится. Вы сами видели, как быстро это все делается. Ну и на этом все. Всем спасибо. Всем пока.